6 декабря в Институте международных отношений истории и востоковедения прошла открытая лекция «Политическая география против физической. Острова Уфу-Кидида». С этой темой студентов ознакомил ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Сергей Карпюк. Мне кажется, что история Древней Греции дает очень много примеров, которые востребованы и на сегодня. Вот, к примеру, мигарская псифисма, значит, это аналог нынешних торговых санкций против России. Значит, если мы вспомним Сицилию, то греки ее насчитали то островом, то континентом. Могли полуостров рассматривать как остров. Аналогии есть, и мне кажется, что для студентов будет полезно послушать. Теоретический подход к островам, изучение восприятия островов почти не привлекали внимания исследователей античности. И только в последнее время появились работы, пусть и немногочисленные, в указанном направлении. К счастью, наука о древности перешла на цифры очень давно, уже 80-90-е годы. Мы работаем с базами данных и по источникам, и по научной литературе, поэтому это облегчается, и это можно делать везде, и в столице, и не только в столицах. Историки не так привязаны к научным библиотекам, как раньше. Это очень удобно и хорошо. Вот я работаю с источниками, анализирую их с разных точек зрения. Основное внимание Карпюк уделил труду Фукидида, крупнейшему древнегреческому историку, основателю исторической науки, автору истории Пелопоннесской войны. Лекцию пришли послушать молодые историки и мои в 1 и 3 курса. Но даже если вы не смогли посетить выступление доктора исторических наук Сергея Карпюка, у вас есть возможность посмотреть полную версию, которая будет транслироваться на телеканале Универ ТВ. Елизавета Евтифеева, Руслан Уразаев, Универ Ньюс.